Привет, с вами Вероника, и сегодня мы с вами сделаем очень легкий и быстрый бантик, практически из подручных материалов. Если у кого-то нет времени и нет возможности купить, заказать или найти ленты, сегодня мы с вами будем делать новогодний бантик из лент из фикс-прайса. Давайте посмотрим. Я нашла вот такие вот замечательные ленты там. Они, в принципе, продаются там каждый год к Новому году. В прошлом году они были вот такие вот прозрачные, все золотые, серебряные, с разными рисунками. В этом году там появились ленты вот такие вот между парчой и льном. Вот такие подрепсовые с очень красивым рисунком. Вот такая вот сеточка с блестками. Вот еще подрепс с рисунками. Я выбрала для сегодняшнего бантика вот такие две расцветки. Это с принтом снежинок и вот такое вот под золото, под парчу. Даже не под парчу, а под лен, скажем так, с золотом. Так, давайте посмотрим. Лента декоративная, 6 сантиметров. В каждом рулончике здесь 2,7 метров. Повторюсь, лента шириной это 6 сантиметров, и у нее в крае вставлена проволочка, то есть ленту можно закрепить и уложить в любом положении. Мне эти ленты очень понравились, как именно для новогодних бантиков. В некоторых лентах вот эта проволочка торчит, ее нам нужно подрезать. Обработаем край ленты привычным нам способом. Отмеряем 28 сантиметров. Также обрабатываем край. Она очень сильно осыпается, поэтому у кого есть дома лак, я советую вам сбрызнуть эту ленту лаком для волос. Сама лента, она не пожелтеет, не поменяет свой цвет, оттенок. Она сейчас подсохнет и останется точно такая же, но пайетки и блеск он закрепится. Оставим ленту подсохнуть и пока отмеряем другую ленточку. Эта лента точно так же 6 сантиметров шириной, и нам нужны два отрезочка по 23 сантиметра. Обработаем также край. Из этих двух отрезков мы делаем простые бантики. Находим середину отрезка. Дальше мы прошиваем. Прошиваем посередине. Вот она, наша середина. Стягиваем. И расправляем заложенные складочки и уголки. Если у вас не оказалось под рукой иголки, тоже не проблема. Все точно так же. Закладываем, ищем середину отрезка, складываем внахлёст. И если у вас нету иголки, но есть под рукой нитка, просто складываем бантик вручную. Берем нитку без иголки и сматываем посередине. Отрезаем и закрепляем любым клеем. В моем случае это горячий клей. Можно также моментом, секундным клеем, то есть любым, который под руками. Расправляем складочки, которые сделали. И теперь нам нужно эти два бантика скрепить между собой. Также повторяю, если нет горячего клея, то можно воспользоваться просто ниткой, обмотать ниткой и закрепляем ее. И такой бантик получился, да, мам?
Это будет основа нашего бантика. Тем временем у нас подсохла наша лента основная. Цвет она не поменяла, не пожелтела, она не липкая, но и блеск от нее отлетать уже практически не будет. У этого отрезка ленты мы тоже находим середину, складываем пополам. Это двусторонний скотч у меня. Снимаешь, когда сверху пленочку, липнет здесь и липнет здесь. Я тоже буду работать с тобой. Отрезаем кусочек двустороннего скотча и наклеиваем ее на середину банта. Такой скотч можно найти в строительных магазинах и, наверное, не во всех, но в канцелярских тоже. И прикладываем ленту стык в стык. Теперь складываем заготовку вот таким образом. Смотрим, на какой стороне нас устраивает рисуночек. Я вот смотрю, что у меня здесь вот две снежинки, поэтому складывать я буду вот на этой стороне бантик. И точно так же, как я вам показывала, равняем. Здесь делаем прямой угол. Складываем бант. И обматываем ниткой. Этот бантик можно собрать и без иголки. Теперь крепим бантик на основу. Я закреплю горячим клеем, но повторюсь, опять-таки можно примотать ниточкой. Серединка у нас у этого бантика тоже будет довольно простая, потому что мы делаем сегодня бантик только из товаров из Fix Price. Отмеряем 11 сантиметров золотой ленты. Обрабатываем край над огнем. Так как у нас лента эта широкая, а нам нужно здесь немножко поуже ленточку, поэтому стыкуем края к середине. У нас получается лента шириной 3 сантиметра. Закладываем с двух сторон складочки, но складочки асимметричные. То есть, если здесь мы заложили в эту сторону один край, то этот край же с другой стороны будет закладываться в другую сторону. Вот таким образом. Здесь сюда заложился, а здесь сюда этот краешек заложился. В это же время вы крепите бант на основу. Основа банта может быть разная. Можно закрепить этот бант вот на такую мягкую повязочку, если эта повязочка будет для малышки. Очень удобно, они очень мягкие, невесомые и незаметные на головках. Можно прикрепить этот бант на резиночку. Также можно закрепить этот бант вот на такую заколку. Либо очень красиво будет смотреться этот бант вот на таком белом ободочке. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно нажимайте на колокольчик под видео, чтобы не пропускать мои новые идеи и новые бантики. Всем пока-пока. До новых встреч.